Добрый день! Как ваши дела? Сегодня у нас много дел. Мы едем в город. Ехать. Я еду. Ты едешь. Он едет. Мы едем. Вы едете. Они едут. В городе большие парковки. В городе есть автобусы и трамваи. В городе есть парки. В городе есть отели. В городе есть маленькие улицы. В городе есть магазины и рестораны. В городе есть церкви. В городе есть площади. Красивые здания. В городе есть детские площадки. Театры. В городе есть велосипеды. В городе есть памятники. В городе есть туристы. Где? В городе, в машине, в зеркале. Это наш город. Это мой город. Мой, моя, мое. Твой, твоя, твое. Наш, наша, наше. Ваш, ваша. Ваше. Это мой город. Это твоя машина. Это наше дело. Его, ее, их. У меня есть нос. У меня есть рот. У меня есть губы. У меня есть глаза. У меня есть волосы, у меня есть голова, у меня есть ум, у меня есть руки. И ноги. И ноги. У меня есть подруги. У меня есть друзья. У меня есть увлечение. У меня есть дети. У меня есть родители. Я мама. А я папа. У меня есть, у тебя есть,
У него есть, у нее есть, у нас есть, у вас есть, у них есть. Я хочу играть! Мама, я хочу новый телефон! Какой телефон? Мобильный! Ты хочешь новый мобильный телефон? Ты знаешь, сколько он стоит? Дорого! Очень дорого! Знать. Я знаю. Ты знаешь. Он знает. Мы знаем. Вы знаете. Они знают. Я хочу пончик. Я хочу капучино. Я хочу еще. Мама, ну, я хочу домой. Поехали. Хотеть. Я хочу. Ты хочешь. Он хочет. Мы хотим. Вы хотите, они хотят. Мама, я хочу шоколад. Возьми деньги, купи сам. Я могу купить шоколад. Я могу пойти в кино. Я могу полететь на Марс. Я могу все. Мочь. Я могу. Ты можешь. Он может. Мы можем. Вы можете. Они могут. Утром нам нужно ехать в школу. Не, нужно в школу. В машине я слушаю русское радио. Новая песня на русском. Сестра, сестра, я хочу танцевать до утра. Мы приехали. Мы приехали в школу. Мне нужно ехать на работу. Мне нужно смотреть на дорогу. Я за рулем. Мне нужно заправиться. Мне нужно. Тебе нужно. Ему нужно. Ей нужно. Нам нужно. Вам нужно, им нужно. На сегодня... Давай еще раз. На сегодня все. Пока.